передам слово Федору Викторовичу Добронравову. Знаете, хочу еще несколько слов отметить, что растущий уровень фестиваля отмечают и партнеры. Ведь у нас действительно многие годы нашим постоянным партнером всегда было Министерство культуры Свердловской области, госкорпорация Ростехнологии и отдельная благодарность личная генеральному директору Сергею Викторовичу Чемезову. Но в этом году, благодаря именно растущему уровню фестиваля, к нам присоединились такие компании, как Роснефть и Panasonic. О чем это говорит? Конечно, о том, что фестиваль становится и уже стал настолько серьезным явлением, что вот такие серьезные компании не могут вот не присоединяться к этому фестивалю. Ну и, конечно, наши постоянные партнеры Швабик, Вентик Урал, Пенетрон и другие. Вот приятно, что те, кто с нами работал, они продолжают работать и дальше. И во время фестиваля вы увидите очень много интересных, знаете, сюрпризов, будет много интересных гостей. Ну а сейчас слово Федору Добронравову.